На войне очень страшно. Все считают, что самое страшное, что возможно на войне, это смерть. К сожалению, мне и моим однополчанам в войне в Афганистане стало ясно, что гораздо страшнее это попасть в плен маджахедам. Маджахеды жили в другом мире, в феодальном строе. Очень было страшно попасть туда контуженным или раненым. В любом случае, тебя ожидали страшные мучения и все равно потом смерть. Поэтому все считали, что лучше погибнуть в бою, чем попасть в плен мятежникам.